Хорошее место, хорошие регаты, веселое, очень интересное. Рекорды скорости поставили. Местом, конечно, не очень довольны, но на подиум было крайне сложно попасть. Поэтому вспомним, что это первый сезон и что мы молодая команда. Только что закончились соревнования международного тура класса RC44 здесь, в португальском Кашкайш. Для нашей команды это был очень сложный этап, у нас не все получалось. Когда ветер начинал усиливаться в середине соревнований, наша скорость была недостаточно высока, хотя сегодня мы уже ходили значительно лучше. Есть еще один момент, это непостоянство результата. Несколько неудачных гонок испортили нам весь результат, по итогам только 6-е место общего зачета. Флот здесь очень силен, результат очень плотный, и любая ошибка стоит очень дорого. В целом мы продолжаем учиться на своих ошибках и с нетерпением ждем старта заключительного этапа на острове Лансерот, где мы будем бороться за места и итоговые медали сезона. And give it a good fight to be on the podium for the season.